господа, сегодняшний абонементный концерт Камерного оркестра Московской консерватории посвящен памяти Виктора Александровича Полторацкого, композитора, пианиста, одного из основателей Государственного оркестра «Виртуозы Москвы». Сегодня на сцене Камерный оркестр Московской консерватории художественный руководитель, дирижер и солист, заслуженный артист России Феликс Коробов, виолончель. Специальный гость сегодняшнего вечера, лауреат международных конкурсов Петр Лау, фортепиано, Санкт-Петербург. Перед началом концерта проверьте, пожалуйста, отключены ли ваши мобильные телефоны, а мы начинаем. Иоганн Себастьян Бах, адажио для флейты и струнных, транскрипция Виктора Полторацкого, солистка Алена Безносикова-Полторацкая. Thank you.
Thank you.
Амадей Моцарт. Финал, ронда из концерта для флейты с оркестром. Солисты Алена Безносикова-Полторацкая, флейта, и Татьяна Емельянова, арфа. Thank you.
Thank you.